Ну, тут где-то известный джипер должен лежать, да? Не, это не он. Где он? Внутри где-то? Ну, машина известная, это звезда канала моего. Чуть выгорела красочка, ну, это она. Где ты, звезда моего канала? Привет. Дождь сейчас валит, наверное, на хорошую. Есть где прятаться? Малинки, ребята, эти дети спят. А вот есть будка. Ну да, да, под будку можно. Кажется, дождь начинается, да? Не, ну тут у вас хорошо. Полная жесть, конечно. Везде. И сейчас пойдет хороший дождь, судя по туче и молнии. Будет круто. Постреливает. Так, а бородач приехал додж вынимать. Да. Да, додж сидит безнадежно. Приехала банда. 157-й Захар. Игоречек. 63-й. Нива пошла, РФС. Интересно, Нива. Стандартная. Ну, не стандартная, в смысле, боевая. Классическая, правильно сказать. Попадет, если в ямы, там, где Димон накопал. Сейчас там провалится. Там... Да, я знаю. А, там... Да, там уже проскочит хорошая Нива. Не-не, идет, красавчик. Молодец, как раз ливень начинается сейчас. Непросто ему тут будет, но держим кулаки. Нива — это всегда приятно. Да, идет нормально, красиво идет. Шикарно просто. Вот там, вот. Ну вот сложное место. Вот прошел. Идет, молодец. Ребята хорошо очень боролись на спецучастке, но вот финиш. Финиш. Это RFC Ukraine. Давай, молодец. Отлично. Все, пошел дождь уже нереальный. Сейчас 63-й попробуем залезть. Там вроде свободно. Так, Audi A8. О, друг мой! Пусти погреться. Иди, запускай, зацепляй это. Нет, у меня камера мокнет. Давай, лопнет у него. Мокнет камера, я с тобой буду. Мокнет или мокнет? Мокнет. Ну что здесь происходит? Расскажи хоть в двух словах. Без понятия. Ты только приехал? Зил. Додж по-прежнему сидит, причем так плотно. Руки мой, есть. Мой, можешь дворник включить? Руки есть. Есть, но... Ну, нажми. А где? Охренеть вообще, вот включение, друзья, это круто. Сейчас вытираем, все видно хорошо. Осторожно, Нива там впереди. Или то их проблемы. А тут нету дворника, Прада сзади? Там Ауди, да, уедет. Да, да, да. А она ж там не объедет. Чего она тут не объедет? Тут Нива. Подъезжаю. Ну так выгонь, спроси. Ну, куда он. Весело. Костей куда приехал? Что ты, квадрик на базу?
Да, начинается серьезное тут изменение погодных условий. Если у меня план, полная жесть. Вот серьезный пилот. Миша, я тут, Миша. Привет. Миша. Да. Где ты, друг? Тропа. О! О! Так а что вы привяжете? Кого вы привяжете? Есть у меня там, есть. Грязный уже. Верите? Где там Дима? Что-то он давно там сидит, этот, додж, да? Дима, возьми трос! Тут управление очень непростое, да? А что там за лебеда? Механика? А как ты ее включил? Тумблером механика включается? Да ну не гони! Ты меня дуришь, мне кажется. Газу. Нет. Не? Что-то не то, да? Затянул. Слышь, Миша, надо вот сюда дворник будет поставить, чтобы удобно было. Пневмов включение. Так потянем. Установка сложная. Сегодня они поволочили еще. Новую, да? Новую, сегодня распакованную. Оригинально? Да. Это веселое. Ну тот же давно там сидит. Я тут уже где-то, наверное, минут 40-30. И он там. Вытягиваем лебедку, да? Угу. Осторожно, кто-то стоит, чтобы, блин, мне не нравится, он близко стоит, видишь. Суставы рабочие. Рабочие суставы или нет? Насколько прочные, ты хочешь сказать? Блин, все, ушел, давай. Нет, ушел, давай. Не тянет? А вообще, ну, ничего не могу. Кто это, Бодя? А, нет, это Михалыч. О, пошло. Расскажи мне, что за управление здесь, Миш. Все отлично. Два управления? Я видел этот крутизной, этот дворник, и смотрите, раздельно выключается. Хотите один выключить, хотите второй? Трос дай! Что, вытащим? Если тормозов. Мне команды так нравятся. Какие? Вот такие. Ты может вытянешь или нет? Не вытащишь? Тяну, Михалыч, я все вижу. Вот, блин, управление, тумблера, рычаги. Волочек, а ты на цели? Миша, блин, меня укачивает. Миша закапывается. Это жесть. Где Димон? Там, Михалыч, не смотрите, что там Дима делает. Вы смотрите, что там Дима делает. Тянем, мы не тянем. А ты на Захаре был, Миша? Нет. Нет. Михалыч хочет использовать просто ЗИЛ. Тянуть Захаром? Да. Дольше пока сидишь. А вот и УАЗ приехал. Катайтесь. Не. Кузове, боже. Так, буханочка, да? Смотри. Все, да? Ты видел, как Альфа сюда ехала? Альфа? Да. ККА 6x6? Да. И что, проехала? Не видел, конечно, где я все увижу.
Я Бодю снимал с Лехой. Так, а ну-ка я ее отмотаю. Ну, правильно, подъеду свою колею. Странный. Так приводнился жестко. Уже прилип. Так, Миша продолжает закапываться, Михалыч переезжает. Не, ну фест хороший в этом году в плане погоды, повезло. Сейчас будем продолжать эвакуацию доджа, но пока сложно. Михалыч стал Захаром, заякорил нас. Вон Вова еще подъехал на драконе. Сейчас как-то вытащим, я думаю. Да, у вас, похоже, приехал. Так, и тут эвакуация пошла людей, детей. Тут Альфа 6х6. К ней привязан бородач. Что там, Олег, что-то они крепко сидят. Они заглохло, да? А работает мотор? Нет. Да капает, я камеру, нет зонта. Вот бородач с зонтом предусмотрительный. Полная жизнь. Ну что там, Миш? Поехали, Михал! Ты видишь что-то? А, где он вывозит? Пошел. Ну давай, да. В общем, смотрите. Альфа 6х6. Бородач заякорил, нас Захар заякорил. Две механики. Сейчас будем пробовать додж вырвать. Посадил на пузо жестко. Паша, не жди меня. Ну, удастся вытащить или нет? Ёханы бабай, трос порвался, да? Трос порвался, пока не получилось. Так, а это кто-то в море. Смотрите, как далеко. Пока трос порвался, все пока остановилось. И не сидит, ничего, едет. На том же месте, пока не сдвинули ни на сантиметр. Да, круто, 69-й видит. Холодный хаос продолжается, дождь не помеха.
Так, бородач куда-то поехал. Будут пробовать в ту сторону, наверное. Руслан, переезд на Лазике на эту сторону! Переедь, блин, как я перееду на нем? Переедь, говорит Руслан, на газике на ту сторону. А вдруг у меня не получится? Что там, груз включил? Не могу включить. Раздатка выключена. Куда выключил? Не знаю, я же не в курсе. Передачу включаешь, она не едет. Как не едет? Давай. О! Поехали. Что, будем назад тянуть? А? В ту сторону тянуть? Так, все тут, ой, моя машина здесь.